Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Ярик Лапа, и мы продолжаем смотреть интересные моды для Майнкрафт. В этой серии будет вообще невероятный мод, он добавит Николас Кейдж в Майнкрафт. Я думаю, вы знаете, что за актер, он снимался множество крутых фильмов, вот он! Во, здоров! Вы только представьте, Николас Кейдж в Майнкрафт! Куда катится Майнкрафт? Да, это же стяга. Вот такой вот добавляется моб. У него специальное оружие, очень-очень даже мощное, хочу вам сказать. И лицо Николас Кейджа. Да. Ну прям вообще жестяка. У него меч, между прочим, с уроном плюс 16. Так что да, это очень-очень сильный меч. Хоппа. Очень-очень быстро можно убить. Вообще в этом моде есть куча всего. Например, сейчас вам покажу. У нас здесь есть Николайт. Это что-то типа алмаза. Это у нас меч, конечно же, кирка, топорик. Даже лопата специальная, мощная лопата, у которой плюс 6 урона. Ну и, конечно же, пушка. Супер мощная пушка. Между прочим, эта пушка очень-очень быстро убивает. Ну прям, ну очень быстро. Только посмотрите. Хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа. Крафт всех предметов, конечно же, не очень-то и обычный. Здесь у нас используется Николайт. Какой-то Николайт. Да, специальный необычный алмазик. Здесь тоже Николайт и кнопка, чтобы скрафтить эту супер-пушку. Реально мощную-мощную пушку. Да, Николас Кейдж? Да, он сказал да. Хопа-хопа. Давайте еще поставим там. Хопа-хопа-хопа. Да. Ну реально, просто моментально уничтожает. Давайте попробуем на обычных мобах. Возьмем мечик. Хопа. Ну реально, с одного удара. Просто с одного удара. Так, коровка. Хопа. Моментально. Просто моментально. Так. И тестим. Хопа. Ну супер быстро. Супер быстро. Вот такой вот, ребята, мод, он добавляет специальные вещи и, конечно же, Николас Кейджа. Это вообще, честно, я вот только нашел этот мод и подумал, вам точно нужно это показать. Просто, реально, вы только подумайте, что только не придумывает для Майнкрафта. Если появился Николас Кейдж, я уверен, дальше будет еще больше различных актеров в Майнкрафт. Спасибо всем огромное за просмотр, за подписку и лайки. До новых встреч!